Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. К взяткам в лесной сфере толкает законодательство. Депутат Госдумы Кирилл Черкасов в нашем эфире прокомментировал то, что вице-губернатор и министр лесного хозяйства Кировской области попались на взятках. По его мнению, одна из причин коррупции в лесной сфере – законодательство, которое благоволит крупному бизнесу. А наши малые предприятия, индивидуальные предприятия, они не могут получить. Чем и воспользовался господин Плитко, когда к нему эту очередь через определенных посредников выстроилась. Сейчас задача как раз вот этого направления в исполнительной власти. Все же федеральными законами предусмотрено такое право. Формируется определенный лесной фонд, определенный объем, который выдается именно малым предприятиям, которые зарегистрированы в Кирове. И тогда будут и рабочие места, и налогооблагаемая база, и инфраструктура. И тогда люди не будут уезжать отсюда. Программа «Экономика». Еще одна причина того, что коррупция в лесной сфере сохраняется, несмотря на смену министров и даже губернаторов, подбор кадров, считает Черкасов. По его мнению, если бы чиновники не были приезжими, таких эпизодов было бы меньше. Налоговые каникулы для нового бизнеса в Кировской области могут продлить. 2020 год должен стать последним, когда впервые зарегистрированные предприниматели могут воспользоваться каникулами и платить 0% по ОСН или патенту, если они работают в производственной, социальной сфере или оказывают бытовые услуги. Однако президент на минувшей неделе подписал закон, который продлевает этот период еще на 3 года, то есть регионы могут установить нулевые ставки до 2024. Экономика на 101 FM. Налоговая напоминает о скорой отмене ЕНВД. Этот налог с 2021 года существовать не будет. Если до этого времени не сообщить в налоговую о выборе другого режима, автоматически будет применяться общий режим налогообложения. Выбрать можно ОСН, налог на профессиональный доход, патент или единый сельскохозяйственный налог. При выборе патента нужно подать заявление на его получение не позднее, чем за 10 дней до начала применения. Для НПД зарегистрироваться через мобильное приложение «Мой налог». По остальным системам нужно направить в налоговый орган уведомление. По данным налоговой инспекции Кирова, сейчас в городе на ЕНВД работают 750 организаций и 5000 ИП. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 73,43, курс евро уже больше 87 рублей, 87,29 на сегодня. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.